проведем полтора часа с Островским. У Черномырдина была фраза: «Чтобы мы не строили, получается КПСС». А у великого русского писателя, чтобы он не писал, в конечном счете получается роман. Вот Островский писал драматургические романы, а никакие ни комедии, ни драмы. Говорим обо всем, включая «Грозу». Не бойтесь, это совсем не то, что вы о ней думаете.